Одно из старейших изданий Пермского края, газета «Березняковский рабочий», вновь радует своих читателей актуальными материалами. Уже завтра в ваших почтовых ящиках вы найдете свежий номер любимой газеты. Первая полоса издания в этот раз посвящена Дню детской книги. Березняковцы делятся воспоминаниями о своих любимых книжках. На страницах газеты журналисты поднимают и острые социальные вопросы. К примеру, читательница Левтина Сергеева рассуждает, почему в сфере услуг не должны работать бессердечные люди. А другая читательница пожаловалась на отсутствие тепла в ее квартире. Она рассказала, что всю зиму мерзла и она, и ее знакомые. Женщина даже прислала трогательное стихотворение, прочитать которое вы сможете в новом номере «Березняковского рабочего». Также журналисты газеты подготовили для вас подборку самых актуальных вопросов и ответов на них из прямого эфира главы «Березняков» Алексея Казаченко. Если вы еще не успели подписаться на самую популярную газету города, то обязательно сделайте это. «Березняковский рабочий» – есть что почитать.